И снова здравствуйте, с вами Лилия Дроздова. И сегодня я хочу представить вашему вниманию вот такой вот зимний комплект. Это шубка из искусственного меха и английская кепочка. Шубка выполнена с утеплением, с защитой от ветра. Вот такая вот удлиненная прямая модель. Очень красивый итальянский мех. Вот такой вот с блеском, с принтом. И сейчас покажу вам ее поближе. Вот такой вот широкий английский воротник. На кнопочках. На красивой подкладке. Карман в листочку расположен в рельефном шве. Нижняя часть кармана тоже из эко-кожи. Рукав расширенный снизу. Но там есть секрет. Подворотничок кожаный на стоечке. Сзади шубка прямая. Но у нее тоже есть секрет. И на самом деле это не просто шубка, это шубка-трансформер. И сейчас я покажу некоторые секретики. Итак, вроде бы просто рукав, немного расклешенный к низу, но в рукав встроена кулиска. Вот такой вот фиксатор со шляпной резиночкой, который можно затянуть. Фиксатор опустить вниз. И конец резинки закрепить на специальный элемент на кнопочках. Таким образом, резинка внутри рукава не болтается, а сам рукав принимает форму вот такого вот фонарика. И тепло, и удобно. И второй интересный момент. Шубка на кнопочках. Так как я не люблю никакие пояса, потому что они болтаются и на мехе остаются следы от пояса, то внутри вот такой вот встроен элемент. Там внутри встрочена кулиска. Резиночку можно затянуть на нужный размер и фиксатором закрепить. В результате мы получим вот такую вот сборку по линии талии. И, конечно же, внутрянка. Какая же вещь может быть без красивой внутрянки? Посмотрите, выбрана вискозная подкладочка вот с такими вот замечательными зонтиками. По подборту все пришито ровненько. Низ изделия подогнут с небольшой свободой. Так же, как и на рукаве, есть свобода для того, чтобы было комфортно носить. Вот так выглядит крепление кулиски. И вот так выглядит крепление на рукаве. Сзади предусмотрена вешалка. Свобода по спинке заложена в складочку. Снизу тоже есть свобода на подкладке. Вот так вот выглядит шубка. И еще покажу. И, конечно же, кожаный нижний воротничок. Вот такая красота. Вот такая вот интересная шубка, которую вы сможете сшить сами, посмотрев мои видеоуроки. Ну и как же обойтись без примерки? И сейчас я вам ее покажу. Вот так шубка выглядит внутри. Вот такой вот кожаный подворотничок. Очень удобно застегивается на кнопочке. Сзади вот эта сборочка. Вот рукав широкий или рукав фонариком. Выбирайте, какой способ вам больше нравится. И, конечно же, к этой шубке есть головной убор. Как же без этого? Вот такая вот английская кепочка дополнит ваш образ. Ее можно носить, кстати, отдельно. И самое главное, что все это вы сможете сшить своими руками.
Желаю вам творческих успехов. Подробности читайте в описании. А если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие интересные идеи.